Итак, межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в Рикосихе не будет. Распоряжение о выделении земельного участка в районе ЖД-станции для размещения мусорного полигона утратило свою силу. Соответствующий документ об этом подписал председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. Такое решение принято на основании изысканий, которые проводились на территории предполагаемого полигона. Напомним, что там брали пробы грунта и проводились экспертизы. Ученые и профильные специалисты пришли к выводу, что местность не соответствует тем параметрам, при которых возможно размещение ТКО. В частности, один из аргументов – очень близко грунтовые воды. Напомним также, что в феврале за исключение мусорного полигона в Рикосихе из территориальной схемы обращения с отходами проголосовали участники комиссии по рассмотрению предложений и замечаний к проекту техсхемы.